Вставай. Вставай. Ты чё? Проснись, пожалуйста. Я не хочу так играть. Что за ленивая мантикора попалась мне? Здравствуйте, мордасти. Сегодня мы играем в Арк. Сегодня я расскажу вам про очень интересный игровой канал Бифи. Автор снимает позитивные ролики по разным играм, включая Ark Survival Evolved, выкладываясь на все 100%, что делает его видео уникальными. Недавно его канал перешел отметку в 1000 подписчиков. И тут есть все. Качественный звук. Монтаж очень высокого уровня, отлично настроенных хромакей и просто ламповые прохождения игр. Давайте же поддержим этого парня подпиской на канал, чтобы он еще быстрее развивался. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Мошт, и это Ark Survival Evolved с модом Perimephas Evolved. Мы продолжаем, на прошлом стриме была секретная концовочка, где мы покатались вот на этой горгулье, и я понял, что это крутейшая штука. И сегодня мы будем на ней летать и искать совершенно новых, крутейших животных, которых, в принципе, я еще ни разу не видел, либо не томил. Но прежде чем мы это сделаем, я думаю, ребята, небольшой интерактив. В комментариях напишите название для животных, потому что у нас есть вот такой вот крутой аура-сикер-искатель, которого притомили между стримом и серией. Ему точно нужно будет свое имя. Также имена нужны будут нашей сегодняшней героине, либо герою. Это горгулья, акуле, 100%. Паразавра, думаю, не знаю, имя нужно, нет, но вы подумайте. Само собой, имена нужны будут волкам, нашим фармящим животным. Кентаврихе, нашим хароку, один из них уже назван Шмелем. И само собой, также придумать имя вот этому нашему стражу. Я думаю, ребят, самые интересные ваши имена, идеи попадут как раз таки топы, я назову животных, и поэтому будет реально интересно. Ну а сегодня у нас нужно будет заняться большим количеством таймингов, а для этого нам нужно будет сделать много-много дротиков. Тут нам подогнали винтовочку, плюс я еще сделал парочку чертежей для винтовок. Заменил себе также шмот вроде бы на металлический, если успел, да, заменил. И осталось только нам доделать нарко. Так, по готовке у нас есть прайм, есть баранина. Сейчас, так, нужно чекнуть, баранина дожарилась ли жареная. Потому что нужно и ту иметь. Так, да, хорошо, все заготовлено, все в большом количестве. Думаю, нам всего этого хватит, потому что, как я понял, вся живка томится здесь хорошо на баранине сырой, либо жареной. Так, ну что, я должен был вроде бы все добыть. Ну-ка, это у нас суммон головешки. Давайте я покажу вам, ребят, что это такое. Классная штука, но подожди, попозже, после этой. И нужно будет также сделать нам тейминг эликсир, который уменьшает количество еды со существа. А чего не хватает? Стимбери. Ну, одной штучки пока что нам хватит. Так. Может быть, в кентаврике что-то осталось? Нет, все кончилось. Ладно, хорошо, поэтому пока что будет у нас одна вещичка. Так, тибуры все... Ой. Буры все насыщены более-менее, кроме вот этого, да. И, ребята, по поводу горгульи, что она у нас делает, кто не знает. Очень классно бегает, она создается в алхимическом столе. У нее получается удар двойной. Направо она подкидывает, и она также быстро летает. Очень быстро летает, по-моему, ей можно качать скорость передвижения, и это реально классно. Также она дерется, бодается, и, в принципе, наверное, вроде бы из способностей все. Может быть, что-то еще, на О вроде бы ничего не делает, на X она ничего не делает. Но классная штука. Так, ладно. Можно пока что ее оставить здесь. Давай. И думаю, пора уже набирать продукты. Жареная баранина. И обычная баранина. Думаю, это сойдет пока что. Я подразделю, конечно, это все на стаки. На всякий случай, вдруг животное будет просыпаться, там вставать, все такое. Наркотик где? Так, ага, вот оно все. Все здесь, хорошо. Так, берем эликсир и суммоним головешку. Все, теперь она защищает нашу... Remaining time. У нее такая штука, кажется, есть. А так она получается вот такого вот формата. Ну, прикольная, что не знаю. Сойдет. Все, наверное, можно выдвигаться. Ага. Все есть, снаряжение есть. Полетели искать животных. Тут около базы ходит большое количество
новые живки, поэтому давайте начнем прямо вот с берега. Кстати говоря, Тибуры, какого левела? 60-й? 400-й? Ну нет, это все не то, нам нужно еще больше. Так, это бегамостаксы. Это все не то. Так, краб, кстати говоря. Ой, там и скорпионы ходят эти, которых я видел в пустыне. Интересно, какого левела скорб? Вояжер, 100-й. 7000 торпора. А тут ходит два вот таких. 540-й тридер. Вот это вот 100% мне нужно. И 400-й. Ой-ой-ой, а как же их так разделить-то, чтобы они были по разные стороны? Потому что, блин, двоих, наверное, я не осилю. Ах, они что-то агрятся как-то на кого-то. Ну-ка. Увидели меня, нет? Мне вот одного чисто под себя подобрать. Поехали. Сколько торпора? По 360. То есть, и он уже быстро упал, да? То есть, оказывается, винтовка на 1000... А, на 755 урона, но с обычными дротиками пока что не прокатывает. Так, тогда триггера будем томить чуть попозже, потому что этого я не осилю. Ведь, по-моему, жесткие дротики делаются у нас на... Вот 90 уровень дротик, стрела, и вот 96. Скорее всего, на 90 делается, а то это медузий. Так, ладно, с ними пока что не прокатывает. Они довольно-таки сильны для меня, поэтому я думаю, давайте посмотрим еще на каких-нибудь существ. О! А вот и химера. У нее 10 тысяч торпора. Так, посмотрим, как по ней прокидывается данный урон. Так, смотрим. Ага, и у нее 1000, и он еще добавляется. Но она всего лишь 100 уровня, но я бы посмотрел бы на ее способности еще раз. Уже не на локалке, а вот именно здесь. Так, давай-ка накидывать ей потихоньку. Она все равно пока что тупит очень жестко. Да и в принципе для, так сказать, первого животного, думаю, нам подойдет. Можно будет, не знаю, на ней по приколу побегать. Так, вниз стреляет? Да, стреляет, это очень хорошо. Ага, у нее 6200. Так, интересно, кстати, что она кушает тоже вот. Ой, а куда она улетела-то? Или она все, уже убегать начинает? Все, должна была уснуть. Я надеюсь, что она от него сейчас максимально отбежит, но нет. Ха-ха, она от него вообще не убегает. Давайте-то мы как-то его подманим. Какого-то левела, это 540-й тот самый. Блин, ну я же с ним ничего не сделаю. Только если ударю его. Но и то он отвлечен на черепаху. А вот просто если я сейчас возьму и каким-то образом подниму нашу химеру, то он ее сожрет сразу же, моментально. 11 хп у него, может быть его убить. Кстати говоря, может реально его убить. Сейчас попробуем. Ой-ой-ой. Ну что, он снимает с животного, сколько я знаю. Так, я очень мало, конечно, снял ему. Давай. Надо его добить. Потом, пока черепаху фигачит, можно это прям полноценно сделать. Так. Очень громко что-то орёт все это. Прямо вообще орёт. Ага, все, добиваем. И... Блин, он бьёт мою химеру. Все, я спас черепаху. 580-е. Фух. Так, ну у него органический полимер. Гаргули, наверное, вкачаю пока что скорость еще. Химерка, тебя не побили, нет? Так, смотрим, что у нас ты любишь. Сразу вот так закидываем, смотрим. Есть ли она мясо? А какое? Сырую ест, хорошо.
Она притомилась. Все. Забираем у нее еду вот такую вот. Она притомилась, но она спит. Вау. Хорошо, берем туда мясо. Закидываем сразу ей мяска. И вставай. Вставай. Ты чё? Проснись, пожалуйста. Я не хочу так играть. Что за ленивая мантикора попалась мне? А, во, все, очнулась. Так, проверим ее урон для 149 уровня. 200 лапы на левую, на правую. Просто рев, который вообще ничего не дает. На С. Так, на С. Рывок должен быть, да, вроде бы у нее. Ну-ка. X. О! Вроде бы ничего не делает. Ну-ка, да, на С она делает большой рывок вперед. Ну хорошо, попробуем ее урон на додошках. Это я понимаю, ну такое, кстати. Средненькая мощь. Что у нас по статам? 4500, 740. 7, ну, хпшка качается, в принципе, достойно. Да, она еще может прыгать, это тоже хорошо. Соты, да, всего лишь вояжер. Мало хп, очень мало торпора, но мне интересно проверить, что это, что он из себя представляет. Так, выстрел. Да, его можно усыпить. Торпор у него быстро не падает, вроде бы он бежит за мной. Пока что просто проверить существ надо, что они из себя представляют. Да, в принципе, красивое создание. Ну, по урону, конечно, он вообще ни о чемный. Что у нас там по торпору? 3-3. Ой, торпор-то как сильно падает. Ух, повезло, что промахнулся. Он упал. Быстренько-быстренько встаем. Ау, блин, застрял в горгулье. Торпор у него... Нифига, как торпор падает. Подожди, я не смогу это сделать. Мне не хватит дротиков. Ладно, там добиваем его. И оставляем вояжера вместе с нашим этим крабом, который цепляет всех на следующий раз, когда будут нормальные дротики, и когда можно будет супами всех откармливать. Пока что вот так вот. Блин, ну горгулья, конечно, ребята, это что-то с чем-то. Реально крутейшая штука. Она, ну блин, ну она и бегает быстро, и летает. И у нее очень хороший урон при вкачке. Так, она фармит у нас, получается, сырое мясо, кожу. Давайте, наверное, попробуем, кстати, она у нас фармит камень, не? Не, хоть так. Ягода нас тоже не фармит, да, вроде бы никак. Да, ягода она не фармит. Но она убийцу прям, ну-ка. Кентавра сейчас разберу, не? Ну, должен, конечно же, он ни о чем, но его. И кентавра разобрала она. Да и тридеров разбирала. Вообще, горгулья, мне кажется, это какое-то универсальное существо, хоть оно и крафтится, но... По-моему, это реально топ создание. Кстати говоря, мы вчера в болоте видели одно существо, которое там можно было притомить. Нужно для этого сейчас сбегать, сделать суп и сделать дротиков еще. Пишем телепорт. Эвесум телепорт. Кристалл, полимер, цветок металла, паста, электроника. Это у нас все вроде бы есть, наверное. Нужно будет сейчас посмотреть. Что? А, это репликатор, так. Залетаем, во-первых. Нам нужно сейчас еще ягод добыть. А для ягод мне не хватает самки кентавра. Где она? Наверное, Макена забрала. Так, ну-ка и пока что проверим, подожди-ка, фармит ли мантикора деревья или ягоды, хоть что-нибудь. Потому что если да, то что у нее, в принципе, травоядное животное вообще-то тут стоит. Я надеюсь, что она фармит ягоды в большом количестве. Ну-ка. Ну, серьезно. Я-то думал, она у нас все фармит. А она вообще, оказывается, не фармящая. А, да, вот. Так, сейчас я заберу у тебя стимберри на секундочку для эликсира. Постой на месте. О, все. Тридцать дротиков, потому что на слишком сильного левела я пока что не пойду, потому что я слаб еще в плане дротиков. Нет нужных дротиков. По мясу вроде бы все есть. Еще возьму жареный прайм, вдруг он любит его побольше.
чем баранину. Так, и... А, да, у нас нету... У нас нет жемчуга, нужно будет зафармить русалку. Поэтому пока что, наверное, мы не будем делать телепорты, и... В следующей серии мы пойдем в пучины океана заниматься жемчугом. Ну и русалочек, само собой, искать. Так, а что же делать с тем существом? Наверное, сходим, проверим. Ладно, без телепорта, если что, я его доведу до дома. Так, 30 дротиков есть. Наркотики есть. Я думаю, ребят, пора идти. Можно еще и петушка заметить. 200 левела. Так, по приколу покататься. Подожди, это не он? А, вот он, да. Это, по-моему, тот парень из болот, который мы видели. Шмергхазберг. 55 тысяч торпора. Ничего себе. И сколько же я тебе в сандалю? 3000, да? И медленно падает. Я не уверен, что я смогу его усыпить. Но попробовать можно, конечно. 4000 торпора. Я вообще не знаю, хватит ли мне дротиков-то на это. Может, реально надо было заготавливать как можно больше. Да и что он ест, я не знаю. Вроде бы он хищный. Может, баранину съест, притомится. Давайте попробуем, я не знаю, его как-то усыпить. Однако, честно сказать, я немножко стремаюсь с ним сражаться. Вот, ну, хотя, ладно, сейчас постоим, пока он тут додосится парацером. Главное, чтобы парацер его не убил. Сейчас заодно проверим, кто из них вообще выигрывает. 10 тысяч на 12 тысяч. Даже 9 тысяч, так? А вот по торпору у тебя 9. Ага, только 9. Ну, вот дротиков еще 45, ладно. Давайте стрелять. Я постараюсь успеть. Есть. Что? Оу! Тихо ты! Нет, не надо! Гаргулья, помоги! Еще телефон! Гаргулья, спасай! Офигеть! Да, урон не проходит по хвосту ему, да? Так, попал. А мне не хватит дротиков. Найс, мне просто не хватает дротиков, потому что, блин, баги игры. Мне тупо не хватает ему чуть-чуть. Давай же, ну блин, ну... Ну надо уснуть. Не, все, один дротик. Не, торпор в никуда. Блин. Фейл. Пора возвращаться за дротиками. Не знаю, как сильно торпор у него сейчас спадет, но нужно возвращаться за дротиками и прям моментально сейчас все это делать. Я пришел, и что самое странное, вот оно. Он тут до сих пор бегает, у него торпор полный, он вообще не опустился, когда я ушел. Два раза попал в него тут. Почему-то вне серии это прям нормально. Мой скилл прям мастера Аима. Я даже успел починиться. Но вот видите, опять на серию я начинаю косить. Ну бывает, ладно. Пам по заднице, давай. Во, это я понимаю. И последний коронный. Спать. Спать, мужик. Так, сейчас я убью лишний сброд. Давай, давай, фигач. Хорошо, что ты ешь? Вот, не, вот если ты не ешь прайм, то это просто беда. Так, так. Жареный. Использовать, что ты ешь? 2%, 3%. Опа, а вот и притомился наш друган. Тут еще один пришел, 80-го. Ну-ка, посмотрим, у нас 500-го вышел. Фух, это было довольно-таки долговато, но терпимо. Так, что же ты у нас умеешь при твоих характеристиках 17 хп, куча стамины и таком себе уроне? По скорости. Быстрый, не прыгает.
На левую. На левую у него укус. На правую удар лапой двойной на С. На С у этого мальчика рык. На О ничего, на X ничего. Блин, ну... Я думаю, этот парниша классный. Даже нужно будет сейчас его... зафоткать на превьюшку, наверное. Посмотрим. Так, посмотрим, что он еще так же у нас делает с камнями. Фармит камни, нет? Нет, камни он не фармит. Какого уровня процер? Попробуем сейчас его забить. Так, по урону 270. Так, по 109 лапы. Хорошо. Ну да, процер он забивает достаточно легко. В принципе, мы это видели, когда томили его. Так, и он фармит очень хорошо первосортное мясо в огромных количествах. Так, там аккуратненько надо пройти. Фармит ли он дерево? Ой, он фармит и ягоды, и волокно. Подожди, а само дерево фармит? Так, да, на правую. То есть... Угу. На левую он фармит только кусты. Правильно? Да, на левую он фармит кусты с волокном. А на правую он именно ломает и добывает дерево. Блин, классно. А если добавить ему урона? Я, конечно, не уверен, что я осилю это существо. Ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, пока он подобрал не того. Я постараемся забить этого краулера. Тридера, о. Блин, он все фармит. Реально мощная штука. Нужно будет на нем очень мощные ягоды сейчас пофармить, пока есть такая возможность. Так, это он не ест. И персонаж тоже не собирает, правильно это? Да. Хорошо, ладно, ребят, думаю, на этом пока что все. Вот такая вот интересная серия. Затомили много существ, попробовали затомить еще больше, но пока что рановато. Гаргули реально топ. И, ребят, спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, комментируйте побольше, ребята, ведь комменты пойдут у нас... Топ коммента, следующий ролик. А также подписывайтесь на мой канал, на паблик ВКонтакте, на Инстаграм и залетайте в Дискорд канал, где мы можем пообщаться. С вами был Мошт, всем пока и до скорых встреч.